Друзья, привет! Сегодня будет вот такое видео. Оно не совсем про коп, но приближенное к нему. В общем, есть вот такой вот человек, он сам из Донецка. Когда-то у меня спрашивал за точки поселений, но ну, их же нету сейчас. Их что они сделали их? И вот ему написал один человек. Так как бы у него есть точки, скинул ему такой скриншот, что там Донецк. Тра-ля-ля, такие вот точки в очень интересном расположении. И он меня спрашивает, фейк или нет. У меня почему-то в то время Инстаграм не грузил, долго не мог загрузить, в общем, это не важно. Но, в общем, я ему пишу, типа, может быть самопал. Так как Львова, Крыма, там, Донецка, Луганска не делали, ну, прям, совсем. И еще неизвестно, когда буду делать. В общем, я ему скинул свой телеграм, он мне туда, вот давайте перейдем сразу сюда, он мне здесь скинул еще раз этот скриншот, написал, что еще не брал, что он просит 500 гривен за него и его ссылку. Далее, мы переходим к нему, и что мы видим? Сразу же, первое, что мы видим, это... А ну, Крым, в общем, неважно. Сразу видим этот текст. Чей это текст? Правильно, друзья, это мой текст. Я его сам писал, вот он, смотрите, вот я как раз открыл. Вот он у меня в закладочках. Сегодня вот добавил, что данный текст это властность моего канала, там моей группы. Ну, как бы авторские права, это никто не нарушает, как бы, ну, не нужно нарушать авторские права. Вот анимация, видите, движется, это мой текст. Зачем воровать? Напиши сам, здесь немного слов. В общем, он ворует тексты. Само собой, значит, он ворует точки. Карты, поселения, все остальное. Может он перекуп, не перекуп. Может он сам их пишет, типа, неизвестно. Ну, старые, думаю, там, Харьковская, там, Херсонская, Хмельницкая. Это 100%. Он где-то их взял. Неизвестно где, может, там, кто-то где-то на форуме выставил бесплатно. Окей, хер с ним. И главное не покупайте у него дорогие точки. Это, ну, дорогая точка, это, как известно, то есть новые версии. То есть не ведитесь. В общем, я перехожу, значит, к нему в переписку. Что получилось? Я, получается, как получил на него ссылку, я перешел, посмотрел там аккаунт, засмутился. Ну, подписался, там, пару лайков поставил, ну, чисто так, случайно. Понял, что, типа, мошенники, и все, типа, забыл на него. Ну, вот мне пишет, типа, привет, конкурент. Я такие, типа, смотрю, читаю, и вижу, что он мой этот скриншот использует. И я, в общем, такие ему пишу, типа, привет, воровка, некрасиво поступаешь. Он такие, почему? Кто это писал? Он такие, типа, что именно, как бы не понимает. А потом, я его увидел где-то там, короче, и оставил себе, и сам, конечно, что-то так делать. Ну, в общем. Далее. Я вот ему скину запись экрана, что это, мол, мое, то, что я вам показываю. И он такой, сразу, сорян. А потом, зачем ты назвал меня мошенником? Скорее всего, как я понимаю, вот этот человек, он написал ему, что, ну, что он его обманывает. У нас тут такая еще переписочка. Кстати, вот, обратите внимание, он ему скидал, да, там, они общались, он ему писал, что 500 гривен, спрашивал, кто покупал Донецкую, он написал, только один человек, она вышла на днях. Да, это, опять же, мой скриншот, ладно. Я вначале не понимал, по что он, типа, как бы, я написал только, что он воровка, ну, потом уже до меня дошло. Я немного приболел, кстати, извините за голос, говорю в нос. Все такое так, где-то там воровка. Так, вот воровка. Потом пишет, почему я мошенник, тен-ден-ден, я не понимал. А почему уже вспомнил, что это мы общались вчера с тем человеком еще, и типа, и... В общем, я ему объясняю, что... ну, а спрашиваю, откуда он берет точки? И он такой, какой, типа, ну, последние обновы, там, Крым, допустим. И он такой, ну, и что? Ну, у меня есть, и что? Я пишу, что я общаюсь с людьми, которые их делают, которые их перепродают новые версии, там.
пишу, типа, допустим, сейчас, давай коротко, об Донецке, чтобы, ну, да, и видео, чтобы не затягивать долго. Там, честно, он такой, у меня знакомый делает, у него есть доступ к архивам, и он, не, типа, у него есть. Это он мне сделал. Я такой, интересная история, как бы. Ну, он такой, типа, я не понимаю, что ты говоришь, почему ты так удивляешься? Короче, давай не ссориться. Ну, вы сами понимаете, типа, это какой-то парень, наверное, или 20, типа, и все. Я ему пишу, типа, ты просто пытаешься людям впарить места, которые взяты тупо с головы. Типа, это не по-человечески, типа, подожди, когда кто-то сделает, и, типа, перепродавай себе, ну, барыга ты, не барыга, типа, блин. Типа, будь человеком, не делай из головы точки, ну, поселения, не продавай людям. Это как бы обман. Ты им продаешь просто, ну, просто, даже не знаю, как сказать. То есть человек смотрит на карту, думает, что вот, там, у меня там соседняя деревня, там километры через 30, там где-то был, допустим, скиф, да? Он туда едет, тратит время свое, тратит бензин, нервы, купая там кучу пробок, допустим, да, там не было скифов, допустим, да. То есть новачки, которые покупают точки, потому что покупают только новачки, они хотят научиться, как искать поселение, все остальное. Это уже опытные люди, они знают, что нужно ехать там к реке, допустим, там, где есть схилы, там, где вода, там, где какой-то такие, знаете, как язык, типа земля, допустим, да. Там скифы жили на такое глина, песок, чернозем вперемешку, типа черняхи, то есть Рим, они жили переважно на черноземе. И там, где кут земли, там был около там 10-15 градусов. То есть небольшие куты и вода близко. Это так делают опытные уже копатели. Но, в общем, в чем проблема? Этот вот человек, он обманывает. Берет чужие данные. Делает неверные карты. И я не рекомендую иметь с ним никаких дел, не покупайте у него. Лучше не надо. Лучше уж просто ездите сами. Смотрите, вот такого берете, открываете карту. Если у вас нет денег покупать карту, просто открываете такое, смотрите, вот, допустим, раз, ищите реку, вот, и река, допустим, да, и смотрите, вот есть такой язычок, земля черная, вот такой, смотрите, язычок, и земля суглинок, вот опять черные, вот, ищите здесь, здесь ищите, здесь. Керамика должна быть, еще там. Набирайтесь опыта и не тратьте деньги впустую. Ну, а главное время.